какая красота! Прохорошившийся улица, новые дороги, трое сисяков. Николай Сивович Соколов, глава района сказал, плотина будет новая строится. Все прекрасно, дорогие друзья. Сегодня день города, замечательный праздник. С праздником вас! И самое главное, замечательным праздником, который нам подарят обе футбольные команды. С футболом! Уважаемые киевчане, уважаемые гости, я хочу поблагодарить ветеранов Спартака за то, что они откликнулись на нашу просьбу и приехали порадовать нас. И поблагодарить ветеранов футбольного мира за то, что активно приняли в этом участие. Я думаю, что сегодня станет украшением нашего праздника. Спасибо вам за ваш визит и за то, что представили возможность порадоваться вами и принимать вашу игру. Спасибо, ветеранам Спартака. И я хочу поздравить всех с праздником и поблагодарить нашего земляка, который сделал себя организацию данной встречи. Евгения Игоревича Тимошенко, Евгений, подойдите, пожалуйста. Команда ветеранов Спартака благодарит вас за то, что вы пригласили на этот праздник, день города. Желаю вам здоровья, счастья, удачи. Если нас понравится, то мы готовы. Спасибо! Чемпион Советского Союза!
закрытое акционерное общество «Киевская керамика» генеральный директор Валерий Васильевич Николаевич.